В этом году Новороссия отмечает свой первый Новый год по московскому времени. Уже на главной площади Луганска установлена елка. Жители города готовятся встретить Новый год. В городе будет устроен новогодний праздник, главными героями которого станут Дед Мороз и Снегурочка, а также русские народные герои. Во всех дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведениях, а также во дворцах культуры готовятся новогодние утренники. В республику уже поступают подарки и поздравления для детей Новороссии от их сверстников из Российской Федерации. Ну, дети – наше все. Дело в том, что благодаря, опять-таки, всем событиям, которые произошли этим летом, наши дети оказались лишены именно летнего отдыха, тех радостей, которые приносит лето, солнце. Поэтому новогодних праздников мы просто-напросто не имеем права лишать. И я думаю, что это перемирие, которое на сегодняшний момент есть, оно сохранится и до Нового года. Поэтому для детей мы, конечно, готовим. Марина Еремченко, Игорь Иванюта. Специально для Новороссия ТВ из Луганска.